Как она все успевает? Объясни мне. Мы с тобой одной крови. Точно. И я. По маме и по папе. И по папе. Мои золотые, за вас. За вас вместе я буду пить. Вот когда мы говорим, кто придет, Ира, Юра, Кока, как-то мы не говорим. И Эвелина тоже. Но когда мы говорим тавровские, семья, сори, θα το πω και ελληνικά. Και οι τρεις είναι συγγενείς μου και από τη μεριά της μητέρας μου και από τη μεριά του πατέρα μου. Α, στα έχει πει. Και στο ίδιο βαθμό είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, παιδάκια, σας εύχομαι. Πάντα. Όσο μπορείτε, βέβαια, έτσι. Και όσο δεν αργείτε στα τραπέζια που συνευρισκόμαστε. Πάντα να είσαστε μαζί μας. Υγεία να έχετε. Και ας μην έρθετε, εσείς να είστε καλά. Να ξέρω ότι είστε καλά, ότι δεν ήρθατε για καλό λόγο και μην έρθετε, μη σώσετε και έρχετε. Υγεία να έχετε, να σας βλέπω να χαμογελάτε, πάντα μαζί μας να είστε, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Γιατί πραγματικά είχε δίκιο ο παππούς, όσο είμαστε μαζί, δεν τα καταφέρω. Έχουμε οικογένεια. Έχουμε οικογένεια. И как говорил папа, ну мощная мы порода, как бы вас там типа не называли. Мы умудума. Хотите вы этого или нет? И он посмотри, как смотрит. Что не умудума, посмотри, что это, что это. Что? Я, у меня 4 глаза. Вот! Подожди, Коса понимал выгоду двойного родства. Да. Но когда мы играли в шахматы, ага. И когда он проигрывал, ага. В шахматы бросали. Шурин, ну что тебя взял? Да. Ты не брат. Да. А когда выигрывал, он говорит, братан. Но проигрывал, я ему жены брат. Мамита его правильно евреем называла. Ребят, за вас, мои золотые, дай вам Бог здоровья, чтобы вы всегда были счастливы в ваших семьях, вот, чтобы только у вас радость была в семье. Аминь, за вас. То же самое я, когда проигрывал, назвал его зятем. За вас.